На прошлой неделе компания Sony Ericsson представила две новых модели – Xperia Mini и Xperia Mini Pro. По размерам они не отличаются от предыдущих, но диагональ экрана значительно выросла, теперь она составляет ровно 3 дюйма, и разрешение подросло до 320 на 480 точек. Железо тоже сильно изменилось. В обеих моделях установлен процессор Qualcomm второго поколения с тактовой частотой 1 ГГц и 512 МБ оперативной памяти. А кроме того, графический чип Adreno 205, как в Xperia Arc. Все это сделано для того, чтобы Android 2.3 с фирменной оболочкой Sony Ericsson не тормозил. И это действительно так. А еще они оснащены 5-мегапиксельными камерами и умеют записывать видео в формате HD. Самые маленькие модели, которые на это способны, между прочим. А теперь самое интересное — клавиатура новой Mini Pro. Здесь умещается больше клавиш, а значит, печатать намного удобнее. Даже на сэмпле, который еще пока не русифицирован. В продаже эти модели появятся в третьем квартале этого года. Xperia Mini по цене 11-12, а Mini Pro 12-13 тысяч рублей.